Здравствуйте, вы смотрите проект «В гости». Сегодня с нами актер театра и кино Денис Никифоров. Здравствуйте, Денис. Здравствуйте. Денис Никифоров, российский актер театра и кино. Окончил школу-студию МХАТ, мастерскую Олега Табакова. Уже на втором курсе Олег Палыч пригласил Дениса на роль в одном из спектаклей знаменитой табакерки. В этом театре актер работает и по сей день. Серьезный успех в кино пришел к Денису Никифорову с фильмом «Бой с тенью», который вышел на экраны в 2005 году. Позднее его фильмография пополнилась картинами «Ночные ласточки», «Есенин», «Второе дыхание» и другими. Также с 2013 года Денис снимается в роли хоккейного тренера в популярном российском сериале «Молодежка». Сегодня будете представлять зрителям спектакль. Называется он «Белокси блюз». Занимает очень большое место в вашей профессиональной жизни театральной. Давайте коснемся немного. Как жизнь с этим спектаклем ваша связана с самых первых шагов? Ну вот с самых первых шагов и связано, собственно, в 98 году, когда я заканчивал курс Олега Павловича Табакова, нас ввели уже в спектакль, идущий репертуарный спектакль в театре, который назывался «Белокси блюз». 7 мужчин с этого курса начали играть в этом спектакле. Мы сыграли «Диплом» в 98 году, и потом плодотворно его играли до 13 года. В общей сложности 15 лет. И я играл главную роль, одну из главных ролей, Юджина. И потом получилось так, что мы передали спектакль молодым ребятам, которые пришли, опять же, следующий курс Олега Павловича из из школы талантливых детей под руководством Олега Табакова. И они его благополучно завалили. А вот что было совсем неинтересно, что было совсем обидно, и как раз я задумался над тем, чтобы как-то восстановить этот спектакль и сделать ему вторую жизнь, ничего не меняя. Попросил Олега Павловича, это было как раз осень прошлого года, за полгода до смерти Олега Павловича. Вот, попросил, сказал: «Олег Павлович, отдайте мне спектакль, просто я его восстановлю на другой сцене». Он говорит, ну, он сказал тогда: «Надеюсь, что это будет путь к успеху, а не путь к поражению и проигрышу». Думаю, что мы оправдали надежды учителя, потому как вот сейчас в Благовещенске отыграли, забрали 4 премии на фестивале «Амурская осень». Да. За лучшую мужскую роль, за лучшую роль второго плана, за лучшую режиссуру Олег Павлович Табаков получил посмертно. И гран-при. Вот. И как-то так получилось, что все срослось. И зашел в раздевалку в хоккейную, думая об этом. Сказал: «Так, стоп, у меня же есть весь расклад». Смотрел вот так вот на ребят, говорю: «Пацаны, хотите? Будем делать». Сказали: «Хотим, будем». Вот «Хотим, будем» превратилось в этот спектакль. Отлично. У вас, получается, вот только начинается, да, его такая активная жизнь? Ну, год спектаклю. Ну, вот сейчас будет в ноябре месяце год спектакля, как мы его играем. Хотя сейчас Владимир Львович Машков хочет восстановить, опять же, с талантливыми детьми школы имени Олега Табакова, вот хочет восстановить этот спектакль в театре. Ну, вот есть вариант, что я ему предложу все-таки этот спектакль перенести на сцену театра. Мы будем играть не только в «Антерпризе», но еще, может быть, в театре Табакова. Как вы уже упомянули, ну, собственно, это всем известно, к сожалению, ушел из жизни Олег Павлович не так давно. Сейчас Владимир Машков занимается руководством театра-студии Олега Табакова, где вы служите уже много-много лет. 25. Есть уже какие-то ощущения внутри театра какого-то нового этапа? Конечно, куда, конечно. Как изменится, куда дальше? Во-первых, чисто визуально, чисто физически переделывается театр. Владимир Львович привносит. У него есть прекрасные идеи, с которыми я абсолютно согласен. Я не скрываю этого. Я просто за обеими руками вообще за то, что делает новый художественный руководитель. Происходит перестройка двух сцен. Вот, происходит перестроение сцены на Сухаревке в Москве, и происходит перестроение сцены, прям реально конкретная реконструкция сцены на Чаплыгина в Москве. Вот, у нас будет углубляться зал на Чаплыгина, то есть в подвале будет еще на метр ниже зал и будет сцена. То есть не как раньше мы сидим и сцена в уровень, да, а будет зритель, как в нормальном театре, сидеть на метр ниже. Вот, сделать это в доме постройки 918 года – отчаянный поступок. И будет переделываться сцена на Сухаревке. Не сцена, именно фойе. Владимир Львович хочет
сделать все зеркальный театр. Все будет в зеркалах. Это прикольно, потому что люди в первую очередь, когда приходят в театр, обращают внимание, особенно женщины, ну и не только женщины, и мужчины, обращают внимание на свой внешний вид. Вот, и они начинают с себя. Здесь будут везде зеркала. Здесь не надо будет стоять около одного зеркала и прихорашиваться. Начать с себя, а потом входишь в зал, и будет зеркальный занавес из обломков зеркал. Вот так, наверное. Ну, я так думаю. Я еще не видел проект. Вот, Александр Давидович Боровский делает прекрасно, замечательный художник, театральный, да, делает, конечно, этот проект. Вот, и будет еще и зеркальный занавес. Вот, и потом занавес открывается, и зритель видит то же самое, только на сцене. Интересно, я о таком зазеркалье, я подумала, что это не слышала. Плюс еще книги. Вот как у вас здесь во Владивостоке есть очень прекрасный шкаф, да, да, с книгами. Замечательный, около там гостиницы Hyundai, вот, бывшей гостиницы Hyundai, сейчас Latte. Вот, есть этот шкаф, и будут книги везде. То есть можно будет сесть, почитать, посмотреть на себя в зеркало и вообще как-то сассоциировать себя с героями того, на что вы пришли посмотреть. А вот вы в свое время говорили, что из-за плотной занятости на телевизионных проектах все-таки немного застопорилась театральная жизнь. Некоторое время вы не выпускали премьер. Сейчас стартовал финальный сезон всем известного сериала «Молодежка», да, где вы задействованы. Планируете, да, ли вы как-то активизировать вашу театральную жизнь, да, с тем, что... Да. Вот... да, я надеюсь, что... Ну, у нас этот год называется так, Владимир Львович его назвал «разгонным». Но, тем не менее, будут большие премьеры. Сережа Паскепалец сделает у нас спектакль. Ну, три названия будет в этом году. Вот, больших. А дальше, ну, уже будем смотреть. Ну, надеюсь, что займут меня. Я очень хочу вернуться в театр. Действительно, 6 лет просто молодежки немножко так скинул в сторону телека. Вот, ну, вот, надеюсь вернуться. Кстати, может ведь так получиться, что ваша команда из молодежки театральная, да, продолжит дальше жизнь уже после того, как сериал? Может, абсолютно. Не, я им хочу предложить еще пару пьес. Они у меня молодцы, понимающие, замечательные, творческие, талантливые. Я их очень люблю. А вот ваша задействованность в качестве режиссера в подготовке спектакля «Белокси Блюз», она вас как-то не зародила идеей в дальнейшем тоже продолжить эту историю? Нет, это не моя профессия. Я режиссер-восстановитель. Это просто чистая калька. Это калька абсолютно режиссура Олега Павловича, не более того. Вот, я никаких себе там не присваиваю наград, никаких там титулов. Это действительно калька. Я просто это повторил. Вот. Мне просто было обидно, что... Ну, как-то умрет это все без нас. А так, нет, а то, что мне предложат, наверное, в театре, я с удовольствием порепетирую и сыграю, если будут такие предложения. Последний вопрос, которым хочу коснуться Олега Павловича Табакова. Где-то я слышала, что у него был весьма своеобразный такой педагогический метод, и своим студентам он говорил, что, ребята, я не могу, не могу вас ничему научить, вы можете научиться. Совершенно верно. Абсолютно. Можете как-то вы сформулировать на собственном примере, чему вы научились у такого большого мастера, как Олег Павлович Табаков? Нужно слушать, нужно видеть, нужно просто внимательно с ним общаться. Вот и все. Он мне говорил такие вещи, как бы... Ну... У меня был один успех в театральном институте. Я сыграл Хлестакова в отрывке, после чего Олег Павлович подошел и сказал: «Дей, хороший отрывок, хорош. Ну, лучше меня Хлестакова никто не сыграл». И он был прав, потому что он играл, это было, по-моему, в 70-х годах, он сыграл Хлестакова в Праге, в чешском театре. Он играл с актерами чешскими, он единственный русский был актер, который играл на русском языке, все остальные играли на чешском. Вот это высший пилотаж. Вот таким вещам приятно учиться и приятно перенимать эти вещи. И главное быть внимательным и слушать, что тебе говорят. Вы много смен, много сезонов отработали бок о бок с молодыми артистами, которые, собственно, наверное, на ваших глазах и артистами-то стали, да, становиться. Да. Какое у вас мнение сложилось вот о новом таком свежем поколении актерском, которое приходит? Ну, по крайней мере, те, кто у нас работают, я за них спокоен. Потому как и режиссеру молодежки Сереже Орланову, и Андрюше Головкову большое огромное спасибо за то, что они просто их... Ну, и, наверное, нам, кто был с ними бок о бок на площадке,
Они у нас чему-то тоже учились. Не сомневаюсь. Мы не хотели их ничему учить. Вот как говорит Олег Павлович, не хотели ничему учить. Я говорю, а вы, пацаны, вы берите. Эти старые ловеласы вот, много вам дадут. Вот. И дядь Коля Добрынин, и Вова Зайцев, и Володя Сержаков, который вчера, кстати, играл на этой сцене, профессор Преображенского в «Собачьем сердце», вот они действительно много. И они молодцы, они внимательны, они учатся, и они будут отличными артистами. И сейчас они офигительные артисты. Молодые, задорные, прекрасные. Как-то так со стороны, наверное, в большей степени журналистов, со стороны прессы, как-то принято вашу профессиональную жизнь очень четко делить на до премьеры картины «Бой с тенью», которая сделала из вас большую кинематографическую звезду, и после. Вы как-то для себя в своей жизни разделяете вот это «до-после» или вы совершенно другими этапами конечно, меряете? Нет, абсолютно. Это «Бой с тенью», это был чекпоинт такой, который пришлось пройти, и приятный, безумно приятный, и воспоминания. И съемки, и коллеги, и кого-то уже нет. И я очень люблю эту картину, очень люблю своего кума, отца моего крестника, Лёшу Сидорова. Вот. И спасибо ему огромное. И спасибо огромное Константину Борисовичу Дзю за то, что мы просто физиогномически похожи. Потому как дали диски, вот так вот ассистенту по актерам сказали, найдите мне такого. Наташа, ассистент по актерам, Троицкая, тоже ей огромное спасибо сказал. Так подождите, это же Дени Никифоров? Нет, ей сказали, это Костя Дзю. Нет, это Дени Никифоров. А нет, посмотри. Вот она посмотрела, позвонила мне и сказала, Денис, приходи на пробы. Вот я говорю, я в Турцию уезжаю на отдых. Какие пробы? Вот такой же был лысый. Вот пришел, Леша сидит за столом, говорит, а есть какие-то фотографии, что-то? Посмотреть-то тебя с волосами-то хоть. Я говорю, ну вот два паспорта за гран и обычный русский дал ему два паспорта. Ну давай, ты через сколько? Через две недели? Ну приходи на пробу. Вот, через две недели пришли на пробу с Леной Пановой, замечательной моей партнершей, коллегой, потрясающей, вообще абсолютно любимейшей. Все как-то срослось, и вот эта химия закрутилась, химия-физика. На сегодняшний день предложение сняться в полном метре есть те, которые были. Вам интересны? Вот если бы не приехал сюда, сейчас бы сегодня бы снимался. Хорошая ролюха ушла. Илья Муромец. Ух. Ну, не Илью Муромца, но Ратибора, воеводу Муромского. Так что иногда театр забирает. Побеждает. Да? Но я думаю, что этот год как раз будет вот именно возвращение, такой камбэк в театр. Вы как человек, которого невероятно прославила роль спортсмена, и сами со спортом очень много лет дружили, занимались вы парашютным спортом, да, я так понимаю. Как у вас сейчас? Увлечение по-прежнему с вами? Да, увлечение со мной. Единственное, что в это лето вообще не смог выбраться на аэродром ни разу. Вот это вот печально прискорбно, но надеюсь, сейчас вернусь в Москву, вот как раз октябрь месяц более-менее. Будет хорошая погода, поеду, попрыгаю. Вот. Ну, это чисто такой фанк для адреналинчика. Немножечко развеять. У вас же уже там на сотни, да, прыжков пошел еще? Немного. У меня там чуть минус 200, ну, в смысле, 197. Такое. Но я не часто просто это делаю, потому что действительно это занимает время. Это надо выехать из Москвы, это надо как минимум там день-два провести на аэродроме. Попрыгать там туда-сюда вот. Не получилось в этом году, вот, пока больше в Краснодарский край летал, к семье. Вы здесь, рассказывая про наш шкаф книжный, Владивостокский, для меня очень удивительно обнаружили неплохое знание нашей местности. Ну, потрясающие то есть, отели и так далее. У вас. Вчера были на Табизе, я час просидел, просто тупо смотрел на океан и на эту красоту, и очень круто, и вообще Владивосток – потрясающий город. Я здесь работал, две картины отработал здесь. И «След тигра», кстати, опять же, «Амурского тигра», вот был день. Мы «След тигра» здесь снимали, 22 минуты мы здесь снимали на «Адмирале Трибуц». Очень смешная была история, когда подошел «Адмирал Трибуц» к центральной площади.
Вот, жены помахали мужьям, а они 6 месяцев были в боевой службе и вернулись. И такие киношники загрузились, и мужья сказали, ну, мы еще на 10 дней, и нас ненавидели просто. Все вот 280 человек команды, и у них жены, дети, и бабушки, дедушки, тети, дяди, они нас все ненавидели, потому что мы их мужей опять увезли в море. Вот, и мы стояли под Находкой, 90 километров от Находки, вот, в точке... 10 дней мы снимали на «Адмирале Трибутс» 22 минуты. Потрясающее воспоминание. Сейчас вот встретился со всеми ребятами. Ну, кто-то уже на Камчатке там служит, кто-то уже распределился по разным местам. Но, тем не менее, основной костяк здесь. Вот это и называется «Искусство требует жертв», да? Ну, как? Это не жертвы, это приятное свидание. Вот. Жертв тут никаких нет. А вам, кстати, вот на какие такие наибольшие уступки личные ради профессии приходилось идти в жизни? Эта профессия подразумевает ущемление личных интересов во всем. В чем угодно. Общение с детьми, семьей, личное время, там, сигареты, алкоголь, неважно, во всем. Во всем? Стоп. Вот сейчас стоп. Можете назвать свои отношения с профессией, вот этим, может быть, слегка высокопарным словом «служение»? Нет. Нет. Нет, я с ней дружу. Ну, пытаюсь, по крайней мере. Спасибо вам большое, что заглянули к нам в гости. Спасибо удачного вам. Спектакля. Спасибо. Приятного вас видеть.